Че творим, бро? Меня зовут Николай Пашко, и это потерянный эпизод «Ну погоди». Я нашел одну кассету и подключился к компьютеру снова, и там был показан запись из 2012 года, что она была показана в «Карусели». Когда я это посмотрел, я был просто в шоке. Все началось с ужасной заставки. Она была ужасная и криповая, и все было очень темно. Все началось просто с черного экрана, а потом показана сцена, как волк просто играет на гитаре и поет песню. Как вдруг он замечает то, что заяц идет и стучит по барабане. Волк это замечает, просто очень жутко на него смотрит. А заяц просто не обращал внимания и просто хорошо шел, а волк начал идти за ним. Он хочет пытаться его съесть. Все было очень обычно, я не обратил внимания. Следующая сцена показывает, как волк пытается жрать, но как вдруг он проглотил шарик. И он проглотил. А потом он залетает на воздух. А заяц потом берет нить и дает какой-то дядике. А дядька не замечает, просто тупо несет шар. А волк начинает врезаться об дерево. Ему было очень больно. А потом написано «Осторожно, смертельно». И после чего взрыв. Волк выжил. Как вдруг он замечает гитару, после чего начинает плакать. И после чего следующая сцена показывает, как волк замечает зайца снова, и как вдруг замечает, что на часах был полночь. После чего заяц начинает превращаться в оборотня. После чего котенка начинает превращаться в негативе. Заяц превращается в ужасного монстра. Я чуть не умер со страха, но у меня все еще есть сил досмотреть этот проклятый эпизод. Далее сцена показывает, как волк просто курит и ходит по улице, а после чего замечает мусор и тупо пинает. Я не понимаю, почему серия просто начинает обрезать сцены и после чего оставляет. Я просто вижу, как волк просто курит и пуляется воздушными кольцами. После чего опять сцену вырезали, где волк просто поднимается по лестнице и свистит. Он начинает подбираться к зайцу. А заяц просто ухаживал за цветами и обрезал веревку. И после чего волк падает и врезает вместе с полицейскими. Как вдруг произошли помехи. И показана картинка ужасного волка. А после чего экран становится черным. И вдруг показана рисованная анимация, где волк достает нож и убивает зайца. И после чего слышно звук крови. Ох, а как заяц бедный кричал. И после чего показано, как заяц лежал мертвый. Он был весь в крови. А на фоне была только помеха. Ох, бедный заяц, мне его очень жалко. После чего картинка снова стала черным, а потом показана видеозапись, где один мальчик жил в квартире. Там носился какие-то странные звуки. И как вдруг он обернулся, это был волк, он был ужасный. Глаза у него были налиты кровью, он посмотрел прямо на экран. У меня были мурашки по коже, после чего он сказал. И серия закончилась. На этом все, бро. Поставь лайк под это видео. С вами был Николай Пашко, всем пока. И не забудь подписаться на мой канал. Так, стоп. Что это у тебя на носу? С 1 апреля. А еще повернись, пожалуйста, назад, а потом посмотри прямо на экран. На счет 3. 1, 2, 3.